В 1828 году Россия объявила очередную войну Турции. Целью войны было вытеснение Османской империи с Балканского полуострова. Был открыт Кавказский фронт. На Кавказе бои шли за исторические места Месхети. Находящиеся под османским владычеством с 1578 года. Моссе Джанашвили писал: «Месхети для грузинского просвещения имеет то же значение, что и Греция для человечества». Главнокомандующий по Грузии граф Паскевич занял Ахалцихе, Ахалкалаки, Поти, Артаани и Карс. В 1829 году на Балканском фронте российские войска достигли больших успехов и стали приближаться к Константинополю. Турция запросила мир. По Адрианопольскому соглашению от 1829 года России отошли Поти, Ахалцихе, Ахалкалаки, Аспинза, Ацкури, Хертвис и Абастомань. Паскевич сделал все, чтобы очистить Самсхе-Джавахети от коренного населения. Это передача «История в лицах», я ее ведущий Зураб Кипшидзе. Здравствуйте. Возвращение земель Месхети было мечтой царя Ираклия II. Это было главным условием Георгиевского трактата с грузинской стороны. Четвертым пунктом договора Россия обязывалась способствовать возвращению Грузии потерянных земель. Российская империя выполнила свои обязательства. Благодаря русскому оружию Грузии была возвращена почти вся территория Месхети. В 1828 году Самсхе-Джавахети, в 1878 году Аджаре-Таои-Кладжети. Так что мечта вашего царя Ираклия исполнилась. Турки здесь более не властвуют. Граф Иларион Иванович Воронцов-Дашков. Годы жизни 1837-1916. Наместник Кавказа с 1905 по 1914 год. Участник военных действий на Кавказе с 1859 по 1862 годы. В марте 1881 года Воронцов-Дашков организовал своеобразное тайное общество, которое должно было охранять личность императора и бороться с крамолой тайными средствами. Называлось общество «Добровольная охрана», позже переименованное в «Священную дружину». В нее вступило немало высокопоставленных лиц. Воронцов-Дашков был одним из ближайших друзей Александра III. После восшествия на престол Александра III 1 июня 1881 года
был назначен начальником охраны Его Величества, а также министром императорского двора и уделов, канцлером российских царских и императорских орденов. Весной 1896 года на него, как на министра императорского двора, были возложены все распоряжения по приготовлению к торжествам коронации императора Николая II, которые, как известно, закончились трагедией на Ходынском поле. 27 февраля 1905 года был назначен наместником Кавказа. Во время революционного движения на Кавказе в 1905-1906 годах Воронцов-Дашков принял ряд суровых мер для его подавления, но не удовлетворил ими ни черносотенную печать, ни правых членов в Государственной Думе, которые обвинили его в послаблениях инородцам. Ирония судьбы. Мечта Ираклия исполнилась, когда Грузия завершила свое независимое политическое существование и стала частью России. Александр Пронелли, грузинский общественный деятель, писатель. Пронелли – творческий псевдоним, настоящая фамилия Кипшидзе. Годы жизни 1861-1916. Родился в семье священника в селе Цвери. Учился в Тбилисской духовной семинарии. Александр Пронелли написал дневники одного семинариста, которые дают яркую картину царивших в семинарии нравов того времени. Руководство семинарии старалось заставить учеников грузин забыть родной язык и привить им русский. Александр Кипшидзе не хотел становиться священником. Он перешел из семинарии в гимназию и закончил ее с отличием. Позже закончил Харьковский университет. В 1900 году Александр Кипшидзе был назначен мировым судьей в Самцхе-Джавахете. Он провел в этом краю 5 лет. Увиденное и услышанное он положил в основу исторической монографии «Великая Месхети». Ему принадлежат исторические монографии «Матеулеты» в 1804 году, «Восстание в Кахетии» и другие. Многие говорят, что Ираклию не стоило делать достоянием гласности 4-й артикул трактата. Именно это стало причиной обострения отношений с турками и персами. Наверное, правда заключается в том, что, как говорит историк Зураб Авалишвили, Ираклий чужими руками хотел вернуть грузинские земли. Если бы он действительно исполнил свою мечту и способствовал объединению Грузии, он сам бы смог противостоять туркам и персам. Ведь и Персия, и Османская империя были на закате своего могущества. Что же касается Самцхе-Джавахети? Уже в первой четверти XVIII века Ахалцихский пашалык практически не подчинялся турецкому султану. Селим-паша Джахели восстал против турок и отдал жизнь за свободу родины. Так что к началу русско-турецкой войны 1828 года в Самцхе-Джавахети преобладали прогрузинские настроения. Вступление русских войск здесь многие воспринимали как новое завоевание. В этой войне погибло много грузин и с той, и с другой стороны. Именно забота о судьбах наших единоверцев грузин, которых столетиями продавали на Ахалцихском невольничьем рынке, была причиной того, что еще в 1774 году при подписании с турками Кучук-Кайнаджийского мира Россия добилась запрета на вывоз невольников из Грузии. Давайте называть вещи своими именами. Ахалцихский пашалык был центром невольничьего промысла. Чем здесь промышляли столетиями? Торговали своими соотечественниками.
Очевидно, что местные мусульмане уже не считали себя грузинами, растворили такое. Разве в Картли или Кахете кто-либо промышлял подобным безбожием даже в самое тяжелое для вас время? Вот и сами делайте вывод. В средние века Самсхе-Саатабага было могущественным княжеством. Но став турецким пашалыком в 1628 году, за 200 лет народ этого края вконец извратился. Для достижения своих целей российская администрация воспользовалась тем обстоятельством, что большая часть грузинского населения Месхеты исповедовала ислам. Другая часть исповедовала католичество или григорианскую веру. Православные были в меньшинстве. Причина этого была проста. В Османской империи преследовали православных. За православие был возложен большой налог. Католиков преследовали меньше, по соглашению с Ватиканом. Но католическую литургию не допускалось вести ни на грузинском, ни на латинском, только на армянском. Не преследовали и исповедующих григорианскую веру. Так было до обострения турецко-армянских отношений в середине XIX века. При описи населения и выдаче документов грузинами по национальности были признаны лишь те из числа этнических грузин, кто исповедовал православие. Несмотря на то, что все грузины и мусульмане сохраняли родной язык, все они были объявлены турками. Их обложили тяжелыми налогами и объявили пособниками османов. Невыносимые условия стали причиной того, что многие грузины-мусульмане покинули родину и переселились в Турцию. Всего в Самсхе-Джавахете покинуло более 75 тысяч грузин-мусульман. Если б не российская политика, все грузины Самсхе-Джавахети, будь то мусульмане, католики или григорианцы, вернулись бы к исконной вере предков. Ведь они вновь оказались частью грузинского мира. Не в отце, так в сыне, не в сыне, так во внуке взыграла бы грузинская кровь. Это произошло бы естественным образом в том крае, где стоят самые великолепные наши храмы и замки, где стоит Варция. Представители грузинского общества обращались к графу Паскевичу с просьбой переселить в Самсхе-Джавахеты грузин из Западной Грузии. Но ответ был отрицательный. Паскевич переселил в Самсхе-Джавахеты около 100 тысяч армян из Турции. На их обустройство он получил у императора Николая I 1 миллион рублей. В 1900 году я был назначен мировым судьей в Самсхе-Джавахете. И за 5 лет многое открылось мне. Как ныне печальная участь этого края, этой колыбели грузинской цивилизации, родины Шотар-Руставели. С началом русского правления в Самсхе-Джавахете было введено новое административное устройство. И так как грузин-мусульман записали турками, то их родным языком был объявлен турецкий. Таким образом, в сельских управах писцами были приглашены те, кто знал один из двух языков – государственный, то есть русский, или так называемый родной язык коренных жителей, то есть турецкий. Не считая ахалцистской элиты, турецкий знали лишь
некоторая часть греков и армян. Нетрудно представить, какая судьба была уготована грузинскому языку после такой якобы ошибки. Не будь России, не было бы у грузинской интеллигенции повода обсуждать судьбы грузинского языка в одном из турецких пашалыков. Я считаю, Россия сделала важное для Грузии дело, очистив этот край от населения поколениями воспитанного на барышах от работорговли. Эти люди все равно были отломанные ломоть. Во-первых, работорговлей промышляла лишь элита. А во-вторых, приведу такой пример. В течение столетий, наряду с крымскими татарами и поляками, больше всех Московию разоряли отряды казаков. Кто были казаки? Люди, не признающие ничьей власти, промышляющие набегами и грабежами. Но после того, как они обрели свое место в системе русского централизованного государства, они стали опорой русской военной машины, ее военной элитой. Так и месхи, некогда элита грузинского общества, по возвращении в грузинский мир со временем вернули бы свои элитарные творческие функции. Изгнание месхов русскими было похоже на то, как если бы какой-нибудь европейский завоеватель истребил бы казаков, а потом бы потребовал от России благодарности за избавление от проблем. Русские преследовали месхов не по религиозному, а по этническому принципу. А что же касается потомков подельников ахалцихского паши, которые были настроены негативно по отношению ко всему грузинскому, их как раз и Паскевич, и позже Михаил Романов почему-то признали лояльными по отношению к России. Вся преступная ахалцихская элита отлично прижилась при новой власти. Грузины, мусульмане, покидали Самсхаджавахеты в течение всего 19 века. Тот факт, что грузинский язык не использовался для телопроизводства и не преподавался ни в одной из школ Самсхаджавахеты, способствовал этому процессу. За время службы в Самсхаджавахете я познакомился с одним молодым муллой из села Боги, грузином по национальности. Однажды я решил проверить его познания в арабском. Оказалось, что он действительно неплохо на нем читает. Я сказал ему: «Ты действительно хорошо образован. Вот по-грузински ты говоришь так же хорошо, как и я. Неужели ты не умеешь читать на грузинском? А зачем мне учиться грузинской грамоте, господин? Для чего я могу ее использовать?» Ответил молодой мулла. Что мне было ему сказать? Почему ислам так глубоко проник в души месхов, что заставил их забыть свой род и племя? Надо лучше знать свою историю, чтобы не винить во всем других. До 1650 года ислам исповедовали только правители Самсхаджавахети. Даже члены их семей были православными. Султан потребовал от Ростова-паши Джакели, чтобы он, в доказательство своей лояльности, обратил в ислам хотя бы свою жену. Речь шла только о его жене. Та сначала попыталась покончить с собой, а когда ее спасли, сказала, что примет ислам, если только все жены месхских вельмож поменяют веру. Тогда Ростом-паша обманом собрал всю месхскую элиту, при помощи османского отряда пленил их и принудил принять ислам. Все, кто отказались, были вынуждены или покинуть Месхети, или утратили свой социальный статус. Разве так поступают правители с государственным мышлением? Очевидно, что нет. Всем известно, что в Османской империи владетельные права паши не передаются по наследству. Чтобы сохранить наследственность правления в Самсхаджавахете,
князья Джакели шли на все. Их отряды разбойничали по всей Западной Грузии, щедро снабжали османов пленными. Мужчин для армии, женщин для гаремов. Не одни турки виноваты в исламизации Самсхеджа Джавахети. Как неверно и то, что русские виновны в том, что люди, утратившие свои корни, предпочли уехать в Турцию. Такова история Месхети. Вот что мне рассказывали в Самсхеджавахети. Турки наложили налог на православие 35 курешей. Это деньги хоть и небольшие, но достать их в Месхети было тяжело. Многие платили дань, пока могли, а после для виду принимали ислам, а сами тайно исповедовали веру отцов. Раз в год выбирались в Картли на причастие. А на Рождество в Самсхеджавахети тайно приходил переодетый в мирянина священник. С собой он приносил свинину. Рождество отмечали принятием маленького куска свинины. Было сложно крестить детей. Крестили то там, как могли. В лесу у селения Дзвели есть небольшой источник, который и ныне называют крещенным источником. Здесь крестили детей тайных христиан. Одна пожилая женщина рассказала, как при турках венчались молодые. Все происходило тайно. Никто не одевал нового платья, чтобы не привлечь внимание турок. Собирались в каком-нибудь заброшенном доме и там проводили обряд. Это история простого народа Месхети. В Самсхеджавахети есть село. Называется Руставели. Люди говорят, что Шота Руставели был родом из этих мест. Я побывал там и увидел жалкое зрелище. В невероятной грязи там живут несколько курдских семей. Перед Рустави прекрасная поляна. На ней маленькое возвышение, как будто специально насыпанное для того, чтобы установить на нем памятник. Как было бы хорошо, если бы здесь воздвигли памятник Шота Руставели, чтобы проезжающий мимо путник вспомнил, некогда и Месхети была благословенным краем. Ныне в селе Руставели воздвигнут памятник автору «Витязи в тигровой шкуре». Это была передача «История в лицах». Встретимся через неделю. Не забывайте историю.